Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов Dashboard Direction Trend. А если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. А мы продолжаем. Данный индикатор представляет собой мощную информационную панель, благодаря которой можно не только следить за рынком и получать сигналы, а и совершать сделки, если речь идет о рынке Форекс. Также стоит отметить, что данный индикатор продается в некоторых телеграм-каналах за $100, но он является абсолютно бесплатным, и с нашего сайта его можно будет скачать в конце статьи также бесплатно. И прежде чем разбираться с показателями данной панели, стоит обратить внимание на настройки. И несмотря на то, что индикатор имеет довольно много настроек, использовать их все не имеет смысла. Поэтому подробно рассмотрим только самые необходимые опции. Данный параметр отвечает за отображение всех стандартных 28 валютных пар. И если его отключить, тогда необходимо будет в данном параметре перечислить нужные валютные пары, которые по итогу будут отображаться на панели. Следующий параметр отвечает за частоту обновления. Его лучше оставлять 1 минута, чтобы все значения панели обновлялись как можно чаще. Следующие настройки пропускаются вплоть до данного параметра, так как они относятся к торговле на рынке Форекс. И данный параметр отвечает за расчет силы валют, и его лучше оставлять дневным, так как такой расчет будет точнее. Следующие настройки также пропускаются, потому что относятся к торговле на рынке Форекс. И данный параметр отвечает за таймфрейм открываемого графика. И в данном случае можно выбрать нужный таймфрейм, после чего при нажатии на валютную пару будет открываться данный график. И последние параметры, которые можно рассмотреть, это расположение панели, которое можно настроить, чтобы оно было либо посредине графика, либо в каком-то из углов. Теперь, понимая, как работают настройки для данной панели, можно перейти к ее показателям. И в первой колонке находятся все существующие у брокера валютные пары. Во второй колонке отображается спред данных валютных пар. В третьей колонке отображается количество пройденных пунктов от открытия дня. Далее можно видеть средний дневной диапазон, то есть среднее движение за день для каждой валютной пары. Панель, состоящая из красных и зеленых квадратиков, показывает направление каждой валютной пары на данный момент. Далее идут торговые сигналы, которые можно использовать для покупки опционов. После этого можно видеть кнопки для совершения сделок на рынке Форекс. Предпоследняя панель отвечает за силу и слабость валютных пар, и расчет идет за текущий день. И последняя панель показывает информацию по открытым сделкам на рынке Форекс. Несмотря на то, что на панели половина показателей подходит только для торговли на рынке Форекс, есть и те показатели, которые являются универсальными. И особое внимание стоит обратить на индикатор тренда, сигналы и силу и слабость валютных пар. И теперь, понимая, за какими показателями стоит следить на панели, можно сказать, что для покупки опционов Call необходимо, чтобы минимум 6 квадратиков были зеленые, и значение силы валютной пары было выше 50%. А для покупки опционов PUT необходимо, чтобы минимум 6 квадратиков были красные, и значение слабости валют было выше 50%. Также, благодаря удобному визуальному оформлению данной панели, можно видеть нужные сигналы, и необходимая пара для покупки опционов Call выделяется зеленым цветом, а также двумя стрелочками вверх. А валютные пары для покупок опционов PUT выделяются красным цветом и красными стрелочками вниз. Стоит обратить внимание, что значения как для сигналов Call, так и для сигналов PUT требуют повышенного значения силы валютных пар. И это значит, что сила валютной пары должна иметь повышенное значение, и также слабость валютной пары тоже должна иметь повышенное значение. И также стоит обратить внимание еще и на то, что использовать лучше всего только самые сильные сигналы, в которых хотя бы 8 квадратиков являются зелеными или красными. Если говорить о примерах торговли по данному индикатору, то на данный момент можно видеть слабость валютной пары доллар-франк. Мы видим, что все квадратики валютной пары являются красными, также сама валютная пара и стрелочки выделены красным цветом,
И также у нас есть слабость валют, которая выше 50%. Поэтому переходим на график, кликая по данной валютной паре, после чего можно видеть нисходящий тренд, а также сильный сигнал на панели. И поэтому можно спокойно открывать опцион put с экспирацией в 5 свечей. То же самое делается и при покупке опционов call. Если видим сильный сигнал, то открываем график, и в данном случае видно сильный восходящий тренд, а также сильный сигнал на панели. Поэтому можно открывать опцион call с экспирацией в 5 свечей. В заключении хочется сказать, что индикатор для бинарных опционов Dashboard Direction Trend является довольно удобной панелью, в которой есть не только теоретическая информация, а и практическая. И если соблюдать все правила и совершать сделки только по тренду, то даже у новичков получится торговать бинарными опционами с прибылью при помощи данного индикатора. Конечно же, не стоит забывать про правила money management и risk management, а также обязательно стоит протестировать данный индикатор на демо-счету. И только после этого переходить на реальную торговлю. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!